Всем привет, с вами, как всегда, ваш любимый канал София Кот. И сегодня я буду снимать обзор на такой вот мини-микроскоп. Он мне пришел из Китая, из Алиэкспресс. Ну, к нему еще была вот такая вот бумажка, ну, картонка такая. Вот нарисованы там вещи. Ну, но она не важна. Вот такая вот коробка от микроскопа. Вот так вот. На них нарисован белый микроскоп. И написано 60X мини-микроскоп. Вот тут у нас такая тут коробочка. На этой стороне. Вот так вот. Ну, тут у нас тоже что-то написано. Ну, а тут у нас показано, что тут есть такой вот, можно, фонарик есть в микроскопе. Ну хорошо, приступим к распаковке. У нас тут есть, как мы видим, у нас в там, коробке мы видим, что у нас есть такой вот чехол и инструкции. Вот инструкция такая вот. Ну, на русском тут ничего нету. Но мы тут хорошо видим, что тут. Ну, с разных сторон инструкция не одинаковая. Ну, начало вот тут вот. Тут показано, что где у микроскопа. Можно увидеть тут, что вот тут вот отсек, чтобы смотреть, например. Ну, а тут у нас такая штука, которая двигается. Ну, а тут у нас показано, что надо сделать, чтобы его активировать, включить. У нас показано. Хорошо. Посмотрим на наш микроскоп. Но сначала мы посмотрим на чехол. Вот у нас такой вот черненький красивый чехол. Но мы видим, что у нас тут такая веревка торчит. Ну, не веревка, но такая держачка. Но это она привязана не к самому чехлу, это она от микроскопа. Мы открываем и видим, у нас тут микроскоп. Мы его достаем, чехол откладываем. Ну, и у нас вот такой вот микроскоп. Ну, и как мы видим, если мы его сравним с коробкой, то тогда видно, что на коробке, ну, он белый, а тут он такой серенький. Отличается. Ну, давайте же посмотрим на сам микроскоп. Вот микроскоп такой вот. Вот тут у нас, я говорила, что такая, чтобы крутить такое колесико. Вот тут оно тоже торчит. Колесико. Ну, а тут у нас, ну, такая вот штука, которая включает и выключает микроскоп. Ну, и если вы задумаетесь, то где, то с какой же стороны надо смотреть, с этой или с этой? То тогда мы должны смотреть с этой. Тут есть стекляшка, тут ее нету. И тут мы, как мы видим, больше, тут меньше. Что оно приближает. Ну, вот. Как я говорила, вот тут вот включатель. В инструкции написано и нарисовано, что вот если мы потянем вот вверх, то тогда мы его включим. Если посередине, то тогда мы его выключим. Но если вниз, то мы его тоже включим. Ну, посередине он выключен. Сейчас мы включим, если мы видим. Да, мы его выключим. Ну, включать можно вот. Выключить его вот так можно. Включить, если хочем, то вот так. Или же можно это потянуть вверх. Без разницы. Тут у нас такая штука, она вытягивается. Ну, это, наверное, для батарейки. Для батарейки. Ну, батарейка там такая. Вот, смотрите.
Я даже не понимаю, где я возьму такую батарейку? Где? Какая она маленькая? Где же я ее возьму? Задумайтесь. Ну, если вы знаете, где взять такую маленькую батарейку, то пишите в комментариях. Ну, этот отсек я сейчас закрою, потому что эта веревка торчит и мешает. Вот, как вы видите, у нас тут такой вот глазок. Видите, вот сдалека видно что-то, что он там приблизил что-то. Видите? А когда вот так близко к глазу приближаешь, вот тогда кажется, что все размыто. Так и есть. Поэтому я думаю, что сдалека чуть-чуть надо. Хорошо. Вот. У нас тут есть какая-то такая черненькая то ли кнопочка. Да, это кнопочка такая. А, она включает этот фонарик. Вот только поскольку у нас нету батарейки, он фонарик не включится. Я думала, что это такое, эта кнопка. Ну, вот у нас тут есть такая вот штучка. Это тоже, наверное, такая, ну, это через него не смотреть, а это, так сказать, вам, это фонарик. Но светит. Ну, хорошо. На этом мой обзор заканчивается. Ну, если вы знаете, где взять такую маленькую батарейку, чтобы поместить ее сюда, тогда пишите в комментариях. Всем пока. С вами была София Кот. До новых встреч.